Друзья, всем привет! Приехали на авторынок «Зеленый угол». Как и обещали, сегодня будет обзор цен на рынке. Посмотрим по количеству, по наличию автомобилей. Как видите, автомобили есть, покупатели ходят покупатели, но покупателей мало. И сегодня коснемся такой темы, как многие спрашивают, все автомобили есть, которые стоят на рынке, все ли они есть на дроме или нет. Вот сегодня заодно это с вами и проверим. Вот, поэтому присаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра и не забываем подписаться на канал. Я вам напоминаю, занимаемся мы подбором автомобилей, осмотром автомобилей, помогаем приобрести вам автомобили. Стоимость посмотреть один автомобиль 2000 рублей. Для этого вам нужно либо связаться с нами по телефону, который указан под каждым видео в описании, либо звоните, либо просто скидывайте ссылку на WhatsApp. Все подробности, более подробная информация, что смотрим, как проверяем, все по телефону. Ну и также, что касается доставки, ребят, невозможно запомнить прайс на все города России, поэтому кого интересует стоимость доставки, просто в WhatsApp скидывайте слово «прайс». Друзья, небольшая вставочка, пока едем, видео уже сняли, да, мы действительно едем, пока едем. Видео уже сняли, которое вы сейчас будете смотреть. Минут 20 назад поступил звонок, сейчас вкратце расскажу историю. Где-то в районе месяца назад обратилась к нам женщина, попросила найти автомобиль, озвучила свои параметры, мы в поиске автомобиля отказали, хотя сумма была очень хорошая на автомобиль. Параметры были, ну это касается в частности пробега, нужен был пробег 50-70 тысяч, вот, хотя сейчас по телефону она говорит мне совсем другое. Вот, я ей озвучил свои параметры, не свои параметры, а наши параметры. Мы беремся, кстати, вот, слушайте, мы беремся в поиск, когда вы готовы приобрести японский автомобиль с пробегом там до 120-130 тысяч. Подписчики, вот кто уже через нас покупал автомобили, не дайте мне соврать, то есть напишите в комментариях, правду я сейчас говорю или нет, всем озвучиваю. Пробег будет до 120-130 тысяч. Будет 130, значит 130, будет 50, замечательно. Вот, в общем, на такой пробег она согласилась. Ищем, находим ей автомобиль. Делаем фото-видеоотчет, автомобиль идеальный. По кузову, по салонам, не ржавый, придраться не к чему. Пробег 112 тысяч, хорошая, адекватная цена. Я уже не помню, сколько он стоил. Стоил он в районе, там, врать не буду, не помню, 700 с чем-то он стоил. Она отказывается, говорит, пробег большой. Ладно, находим следующий автомобиль. Пробег что-то 1060 или 70. Цена хорошая, все отлично, скидываем. Пока человек думал, машину купили. Вот, и все. И действительно, на тот момент, сейчас мне штраф, наверное, придет, проехал я. На тот момент автомобилей на рынке больше не было. С ней созванивались несколько раз, договорились, то, что мы пережидаем какое-то время. В итоге, вот она где-то дней 5, наверное, назад звонила. Я не успел взять трубку. Не то, что не успел, я был занят, уже потом увидел то, что она звонила. Ну и сейчас мне начинают высказывать, вот я звоню, вы там работу свою не выполнили, вы трубку не берете и так далее. В общем, этот человек обратился к другим подборщикам и озвучил уже совсем другую сумму и совсем другой автомобиль. То есть там параметры были просто нужна 4 ВД. И что вы думаете? Этот человек покупает автомобиль без проверки, без подборщиков, без осмотра. Ну, купили, мы-то здесь при чем? И требуете, да, чтобы мы вернули вам там деньги. Ну, мы свою работу выполнили не на 100%, а на 200, на 300%. Мы пересмотрели все автомобили, вот, а вы сейчас начинаете требовать. Ладно, ребят, я к чему веду? А, отзывы там напишите. Напишите, можете писать, что хотите. Вот. Еще раз повторюсь, то, что мы считаем, то, что мы правы в данной ситуации. И действительно пересмотрели очень много автомобилей для вас. К чему веду? Когда вы заказываете подбор автомобиля под ключ,
Вот, будьте готовы на такие ответы, на такие пробеги, там 120-130 тысяч. Если вы хотите автомобиль с небольшим пробегом, то это лучше, наверное, через аукционную компанию. Но аукционная компания – это кот в мешке, это вообще не аукционная компания, да, именно покупка автомобиля на аукционе – это отдельная тема для разговора. В общем, такая небольшая вставочка получается, на несколько минут высказался. Ну, просто честно, вот закусило. Когда договариваешься с человеком об одном, а от тебя потом требуют совсем другое. Ладно, проехали. Идем смотрим на цены. Итак, сколько же стоят сейчас автомобили? Вот смотрите, пример. Honda Freed. Honda Freed, стоимость автомобиля 680 тысяч. Он 7-местный, белый цвет, автомобиль 2010 года с пробегом 125 тысяч. 680 тысяч. Раньше такой автомобиль стоил порядка, ну, скажем так, до 600 тысяч. До 600 тысяч. Он у нас аукционный. Окрас двери, пробег 125 тысяч. Чисто, аккуратный, ухоженный салон. По комплектации простая. Есть электродверь. Сзади у нас два капитанских кресла. Подсветка. Третий ряд сидений. Если раньше, грубо говоря, пошлина была там со всеми расходами в районе 300 тысяч рублей, сейчас 501 тысяча. Представляете, 501 тысяча просто в никуда. Сзади установлена метла, он на литье, летняя резина. И вот рядом стоит уже 2012 год, комплектация максимальная. Видите, написано, есть все, аукцион 3,5 балла. Стоимость этого автомобиля 780 тысяч. Он тоже на летней резине, у него обвес, штатное литье, сзади метла, спойлер, дополнительный стоп-сигнал. Накладочки такие прикольные сделаны. Видите, максимальная комплектация, идут кожаные вставки. Здесь уже идет сплошной второй ряд. Колонки какие-то модные, японец влупил сюда. Мониторчик для задних пассажиров. Здесь у нас такой инизатор, какая-то подсветочка стоит, подлокотник. Да, ребят, 780 тысяч. Две электродвери, подогрев дворников, антиюз. Какие-то модные подстаканники здесь, под телефон, штучка, еще один монитор, климат-контроль, вешалочки, подсветка в ногах по месту. Ну, места, как всегда, в таких автомобилях довольно много. Руль у нас идет здесь кожаный, гудок работает, управление музыкой, круиз-контроль. В принципе, все есть. Такой синий, красивый цвет. Пробег 140, 780 тысяч. Nissan Note, 2016 год, 4WD, темно-серый цвет, аукцион 4 балла, пробег 70 тысяч. Система при столкновении установлена. Сонаров нет, 595 тысяч. Есть бесключевой доступ. Да, и вот выковый нормальный есть. Кто, Note? Нет, Freed. А Freed сейчас снимем. Вот он 3,5 балла, весь целый, 130 пробег. Freed вот этот? Ага. А цена какая? Ну, блядь, 750 я бы хотел. Смотрите, Honda Freed 2013 год, 4WD, 750 тысяч, да? Да, да. 3,5 балла, черный цвет. А пробег какой у него? 130 ровно. 130 тысяч. На литье. Летняя резина. Здесь ключевой доступ. Он закрытый. По наличию автомобилей. Автомобили есть. Потихоньку автомобили, конечно, везут. Fit Shuttle, 13 год, 1.3, гибрид, аукцион 4 балла, 725 тысяч. Вот, нам открыли, сейчас посмотрим. Климат. Дверь, смарт. Угу. Мониторчик сзади. Мониторчик, да. Салон довольно приятный, чистый такой. Идем в багажное отделение, покажу. Электродверь, да, с левой стороны. По низу автомобиль 4WD. Смотрите, состояние 4WD автомобиля. Довольно неплохое. Сейчас пойдем еще посмотрим подкапотное пространство. Обычно смотришь, здесь какие-то грузы возят, все поцарапано. Здесь даже намека нет. Но цена, конечно,
красавица. Матрасы идеально. Ну и само, да, подкапотное пространство. Смотрите, ребят. Цвет. И цвет все-таки у него фиолетовый. Да, это я вот смотрел, так сразу сказал, черный. На самом деле он фиолетовый. Следующий автомобиль возьмем, это Toyota Rush, 10-й год, 4WD, стоимость автомобиля 820 тысяч. Родное штатное литье, летняя резина, повторители, бесключевой. Доступ есть Toyota Rush, есть Daihatsu Bigo, автомобиль полностью одинаковый. Запаска у нас спряталась в кожухе, сзади установлены сонары. Довольно неплохое состояние по низу именно для Rush'а. Такое... неплохого объема багажное отделение, чехлы, тряпочные японские, наверное, японские, дверные карты не поцарапаны. Родные коврики, бардачок, автомат, заглушечки нет, климат-контроль. Нет. Объем двигателя здесь 1,5 литра, ржавчина, да, подкапотное пространство, ржавчина отсутствует, у них болячка идет вот обычно вот эти места, вот здесь швы у них расходятся, здесь такого нет. Вот, вмятина, кожаный руль. Автомобиль заводится без ключа. Ребят, смотрите на педали. Педали — это не показатель, потому что многие там сравнивают. Если педаль стерта, значит пробег огромный. Ничего подобного. Встречаются автомобили с родными пробегами там 30-40 тысяч, педалька уже идет стертая. Так, он напоминает 2010 год, 820 тысяч. Да. Honda Fit, 16-й год, активная система при столкновении, 690 тысяч, комплектация L. Фиты, кстати, тоже поднялись в цене, вот буквально 15 минут назад был у нас поиск фита, с людьми ходили по рынку, выбирали, закончили, имею в виду, 15 минут назад, взяли Fit, 2015 год, пробег 96 тысяч, 850 тысяч он стоил, как бы, ну, нехило. Honda Shuttle, 17-й год, гибрид, 909 тысяч. Есть гибрид, есть не гибрид, есть 4WD. Штатные колпаки, летняя резина, автомобиль без литья. И комплектация простенькая. Коробка передач на гибриде, робот. Еще один Honda Shuttle, комплектация X. Это комплектация уже побогаче. Кстати, объем двигателей 1,5 литра, на них 980 тысяч. Аукционный лист 4 балла, пробег 144 тысячи, есть лот 90-46, поэтому, скорее всего, аукционный лист лежит настоящий. Довольно интересные автомобили, популярны. Часто спрашивают их, часто берут. Вот еще один стоит, комплектация попроще, цена не указана. Еще один Fit, 2017 год, комплектация L. Ну, это не L, это какая-то полу-L. Пары линзы, кожаных вставок нет. Есть круиз-контроль. 725 тысяч. Toyota Corolla Fielder, ТАЖ на аукцион. Вижу, 2017 год, цены нет, нет, вру, цена указана. 2017 год, стоимость автомобиля 835 тысяч. Судя по вот этому аукционному листу, который лежит, автомобиль целый. Mazda Demio, серый цвет, летняя резина, без литья, туманки, 2016 год, объем двигателя 1,3, бензин 4WD, 655 тысяч. Так, ну, ноутов брали сегодня. Subaru XV, черный цвет, штатные литые диски, литье, климат. Комплектация простая, 17-й год, 1 270 000. Раньше можно было взять практически в максималке такой автомобиль за такую сумму. Еще один Rush.
Интересный автомобиль, довольно мало их, 16-й год, 645 тысяч, Suzuki Ignis, гибрид, штатная летет, так он какой-то, знаете, разноцветный идет. Мало, блядь, ну, блядь, не сказали, да. Короче, иди отсюда. Пробокс, рабочий автомобиль, самый простой, 14-й год, 1,5 литра, есть 1,3, есть ВД. Извиняюсь, кстати, старый кузов, 505 тысяч. Покажем вам гибрид, еще один Toyota Aqua, туманочки. Кстати, подкапотное пространство, обратите, в каком состоянии, не ржавое. 88 тысяч пробег, 16-й год, все полторашки. По-моему, 650 тысяч она стоит. Нет, ребят, не 650, 750 тысяч она стоит. Плавник, дворник, аккумулятор севший. Автомобиль прикурили, магнитофон, климат, пробег 87 тысяч, места. Мне в Акве места мало, я прям вот сейчас сяду, я буду упираться головой о потолок. Ну, по мне так это не то, что женский автомобиль, но все-таки как-то больше он подходит для девушки, если честно. Но это, повторяю, это лично мое мнение. Рядом стоит Honda Shuttle. Туманки, фара, линза, 17-й год, полторашка, гибрид, пробег 58 тысяч, 930 тысяч. А многие спрашивают, все автомобили есть на дроме или не все. Вот данного автомобиля на дроме нет. Кстати, так же, как и Аквы. На дроме их нет. Сейчас посмотрим аукционный лист. Комплектация простая, но зато, друзья, пробег небольшой на данном автомобиле. Вот сел сюда, здесь сразу места больше, ну и как-то мне, знаете, здесь комфортнее сидеть. Я говорил то, что коробка передач здесь робот. Аукционный лист 3,5 балла. Почему 3,5? Ага, замена крышки багажника, пробег 59 тысяч. Кому интересно, вот вам USS-овский аукцион, номер лота, можете пробить 930 тысяч. Повторяю, на дроме данного автомобиля нет. А этот, ну, сколько стоит? 2017 год, Nissan Note 4 ВД, тоже свежий кузов, 640 тысяч, пробег 87. Тоже аукционный, 4 балла, ТАшный аукцион, закрыт. Ну, отсюда вижу кузов, автомобиль идет целенький. Кстати, установлена уже зимняя резина, скоро это будет актуально. Сейчас нам его откроют. Доп-сигнал, метла. Все имеется, но он идет без климат-контроля. Мне нравится, как в ноутах дверь открывается 90 градусов. Его тоже на дроме нет? Ничего нет. Вчера там можно показать. Ну вот вам примеры, пожалуйста. Данного автомобиля на сайте drom.ru тоже нет. Вчера там можно. 87, 4 балла. Кузов можете пробивать. Еще один листик с Японии. Уже с фотками. Автомат, ВД включается с кнопки, кондиционер, японский регистратор, по месту, обычно, стандартно. Видите, мы уже в куртках, уже холодно у нас по утрам. Сегодня в машине показывала температуру минус 5. Аури сколько стоит? 120. Его тоже на дроме нет. Сколько он стоит? 120. Аурис 1 120 000, я ж переспросил. 17-й год, мотор 1.8, S-комплектация, штатное литье, туманки, фара, линзы с квадратиками, родное лобовое стекло, повторители, бесключевой доступ, тоже закрыт, летняя резина. Аурис интересный, хороший, надежный автомобиль, но дорого, очень дорого. Хотя периодически их спрашивают. Камера заднего вида. Багажное отделение. Знаете, вот что мне нравится здесь? Здесь нет пластика.
практически нет. Классики есть, конечно, немного, но очень мало. Кожаные вставки, дверные карты чистенькие, не поцарапанные. Подлокотник для задних пассажиров. Кнопка старт, мультируль. Хотел сказать, автомобиль на коробке. Режим спорт, антиюз. Здесь смотрите, такие как тумблера, да, как, не знаю, как в ракете, как в космическом корабле. Тоже лежит аукционный лист. 4 балла, 74 тысячи пробег. Кожаный руль. Отщечница. Пищалочки встроены в дверные карты. Датчик при столкновении. Вот, пожалуйста, сколько места в автомобиле. Но цена. Вы знаете, как в фильме открываем, да, тут турбофорсаж, наверное. 17-й год. Давайте еще возьмем Nissan Жук. 1 180 000. Турбо, привет. Турбо, 16-й год. 1.6 GTFO. 45 тысяч пробег, 4,5 балла. Желтенькие ушки с ручками. Вариатор. На Жуке на турбо не ездил ни разу, честно. Даже не знаю, как он едет. И что мне в Жуках не нравится, во-первых, это сзади очень мало места. Реально мало места. И так же, как все шерах, открывается дверь высоко. Не каждый ребенок сможет дотянуться. Сиденье, вот номер кузова. Пробивайте по статистике. ОВД с кнопки, антиюз, регулировка зеркал, датчик движения по полосе, автоматическое складывание зеркал. Два подстаканника, кожаный руль, варик, климат, магнитофон. Где-то в аукционе спрятался. ЮСС-овский аукционник, который уже выцвел, на котором ничего не видно. Аварички, все работает. Штатное, кстати, литье. Друзья, ну вот, вот такое небольшое видео сегодня у нас получилось. Обязательно будет продолжение. Это была первая часть. Обошли с вами не весь рынок, совсем немного. Как видите, машины есть, но машин мало. Цена, конечно, подскочила. Вот пример с Freedom. Freed стоил 580-600 тысяч. 10-й год автомобиль. Сейчас он стоит плюс 100 тысяч. 680 тысяч. Вот, поэтому не забываем подписаться на канал. Палец обязательно вверх. Вот, подписывайтесь, следите за нами. Всегда будете знать, что происходит на авторынке «Зеленый угол». Скоро будет продолжение.